Ну вот хрюшек мне совсем не хочется рисовать. Не знаю, почему-то мне кажется, для взрослых тетенек это как-то, ну, не совсем эстетично. За свою жизнь Светлана сменила много хобби. Она вязала, плела из бисера, фотографировала. Сейчас у нее новое увлечение. Мастерская Светланы напоминает кукольный домик, да и сама Света почти кукольного роста. Только вот то, чем она занимается, вполне серьезно. Делает моделирование и дизайн ногтей. Я такая взяла листок бумаги, думаю, надо мне это или нет. В итоге села такая, плюсов больше, надо. Я смогу выглядеть красиво, то есть я смогу себя чем-то занять. Потом у меня много подружек, которых я тоже могу привлечь к себе, не как клиентов хотя бы, а как вот, ну, лишний раз ко мне в гости прийти, я всегда всем рада. Главная индивидуальность, говорит Светлана. Все модели она придумывает сама. В ее личном портфолио представлены все ее работы. Причем здесь она выступила еще и в качестве фотографа. Первое время журналы покупала, потом посмотрела, что в журналах такое как бы не сильно интересное показывала. Вот я такая думаю, надо сама придумывать, потому что раз в журнале, значит это будет в городе. Так Светлана может разрисовать все, от зеркальца до сотового телефона. За неделю можно чему-то научиться, говорит Светлана, а вот к совершенству нужно стремиться всю жизнь. Таким упорством может похвастаться далеко не каждый из нас, хотя секрета в этом никакого нет. Просто они занимаются своим делом и в будничной суете забывают о своих проблемах.